Всем здорово, братва, я Сережа на связи, и сегодня в натуре я выходной, поэтому сегодня у нас такой лайтовенький выпуск, чисто который можно посмотреть на расслабончике, там под каких-нибудь, не знаю, закусончик, сухарики, хуем-пампарики. Сегодня у нас, значит, мы сначала едем к заминированному тапку, сделаем немножко шашлычок, а потом поебошим в суперский магазин, где мы будем пробовать пивасик нахрен и угадывать, что за пивас. Поэтому это чисто влог. Если кому-то что-то не устраивает, съебались нахуй, все остальные. Желаю приятного просмотра. Нихуя себе, блядь. Сейчас будет, блядь, шашлык, ёпты, нам вообще похуй. Дождь хуёч, нахуй. Вот сразу позвонили в ВВП, уже все разогнали, нахуй. Самолеты нам все тут разогнали, блядь. Что ты как бедный намокший родственник? Дядя Сережа выходной, блядь. Как не узнать, блядь? Нет, это не секрет, я бы погонял. Да, гость уже не секретно. Это уже не имя общедоступное, да. Это уже бренд, ёпта. Так что просим повежливее, блядь. А то, блядь, левый, блядь, коронный, правый похоронный, нахуй. Кстати, друзья, кому интересно, у меня есть свой собственный магазин производства крутых, охренительных шмоток. Поэтому обязательно для вас оставлю ссылочку в описании. Кому интересно, перезаходи. Там очень огромный выбор. Майки, футболки, свитшоты, кепки, чашки, женская одежда. Короче, всего-всего, что вам нужно. Кстати, есть крутые сумки, такая же, как у меня. Поэтому, друзья, обязательно заходи в описание. Да ладно, нихуя страшно. Димон, знаешь, самый лучший лайфхак какой нахуй? Не, это понятно, блядь. Я Олегу место надыбал. Да? Да. Ну, блядь, я же для него и оставлял, блядь. Я специально этот поролон, блядь, снял, чтобы он просох и вода слилась. Она просто маленько дырявая, да? Да. Он же танкист, хуяк и в люк, блядь. А сверху будет спать алмаз, потому что это кресло его. Он будет сверху охранять его, нахуй. Заебись, нахуй. Пнем, нахуй, пускай. Бля, он дробосек, походу, не танкист, нихуя. Железный, блядь. Хуйня, уже кликов больше 10, блядь. Ну, половину это народ и будал. Причем, блядь, непонятно, откуда они дали вообще эти кликухи. Ну, там же, блядь, быстро все это делается, нахуй. Че, я ляпнул, все, пиздец, прилипло, нахуй. Вон, Дэн, пупок. Да че такого Дэна не было, ёпта. Борода это, по-моему, самая шикарная погоняла. Не, пупок у него вообще зачет. Ты, кстати, на камеру можешь даже кривляться. Да? Да, я тебя нихуй вырезать везде буду. Ну так веселее, да, снимать, блядь? Кстати, тут поняли, ебать, он не такой большой, оказывается. Зеркало, мы вчера, да, это считали? Посмотри, у него... Не считывали. Ты когда приедешь... Кто Димону налил, ёпта, блядь, Димон, ты кто такого пьёшь? Димон, ты не того спокана лупишь, ёпта. Она же сказана, ёпта. Газики. Здравствуйте. А чё, снимаем, да? Бабло закинул, не? Фиксируем. А почему в крысу? Ну ладно, мы там ракурс там получше там. Все-таки люди смотреть будут. Я думал, сейчас говорят, люди читать все-таки будут. Ну
и читать, и смотреть. Кто не мой, так по губам. Правильно? По губам есть только Олегу. Блядь, я себе, блядь. Так я ему дворником переебу раз, блядь. Да нет, что ты себя отменяешь? Я вот возьму. Сейчас нахуй кому-то. Маловато будет. Сейчас подождите за кадром. Крюгер темный. Погоди, нахуй. Если ты мне дашь карточку, я покажу, какая. Давай, короче. Какой это? Только ты изначально мне не говори, потому что я буду... Здравствуйте, старший инспектор. Так. Вот это. Классическая? Крюгер темная, стопудово. Не угадали, короче. Оба не угадали. Какое было? Ну, было, это вот это, короче. Сейчас покажу. Сейчас. Вот это вот было. Нельзя. Нихуя себе. Так, одной рукой не могу, но трясется пиздец. Куда сняли? Седьмое, да, было? Блять, кстати, первое вот это. Первое какое было? Темная, которая? Да. Вот это, он говорит, скорее всего, было. Ну да, да. Вот это вот было. Мне нельзя так сразу. Конечно. Нихуя себе. Вот это. Трое в лодке, нахуй. Трое в лодке? Угу. Так. И пузырьки такие же, нахуй. Угу. Угу. Или Жигули, или Жигулевская. Ну какое? А, ну там оно одно, да. А, два. Или Жигули, или Жигулевская. Так оно оба. А, Жигули. Два раза. Ну это какое, как ты думаешь? Жигулевская, это? Светлая. А ты вообще, по логике, между прочим, должен был понять два последних пива. Да? Там просто по логике даже ебать, что эти краны должны быть рядом, блядь. Как бы, блядь, дорогое пиво, оно всегда рядом, блядь. Типа это был Крюгер? Да. Это оба был Крюгер. Это оба Крюгера было, они как раз два подряд будут. Это же, блядь, политика, ёпта. Сережа, блядь. Как так? Политика, не политика, нахуй, но... Не-не-не, чуть-чуть, я просто хочу попробовать, что за дубовый оттенок Серега сказал. Мне прям, блядь, интерес прям какой-то возник, блядь. И он у тебя останется во рту на всю жизнь, нахуй. Ну, это же прикольно. О! Нихуя себе. Оттенок есть? Ну, вообще охуеть. Разъебал его, да? С
139 рублей за литр. Это в закупке? Да. Здесь закупочная цена не обсуждается на видео. Блин, слушай, прям вот они два прям такие борются друг с другом. Здесь какой-то такой оттенок есть. Да, здесь пока... такой больше не фильтрованный. Там финансовый оттенок хороший. Ну нет, здесь просто там 250 за литр. Больше к нефильтрованному, а тут такое больше к фильтрованному, вот это с каким-то оттенком. 139 получается, либо 149. Короче, вот. Прикольно. 139, либо 149, а то ну, почти 200. Не зашло даже. Тебе не зашло? Вот этот. А, тебе? Не зашло вообще? Не знаю. А, тебе светлое не зашло? Не-не-не, темное ему первое не зашло. А вкусное, но, блядь, дохуя ему, не типа, потерял. Типа потом оттенок, нахуй, все портил, блядь, видишь? А он на первый, нахуй, не угадал. Не, просто понял, вот ты наливаешь, когда и там уже остатки одни хуй остаются предыдущего. Я и ты... вот прям вот напил. Ну, такой, да. Вот, либо вот это, они прям такие. Темные. Вот в баню прям пару литриков. И, разумеется, Жигули, который Сережа сказал, я бы тоже попил. Да, оно, кстати, по-любому тоже. Нормально, просто разъебал его, Жигуль. Жигуль это разъебало, нахуй. Вот так вот.